Чё, вы решил себе желудок посадить? Ты куда едешь, слышь? Там через лес, там волки ходят. Я понял. Что, вы по расчету встречаете? Ну да, типа я и комп купил, она со мной. Папа, круто, блядь! Я такой стал. Что нам, Алена, нужно? Контент? Контент! Прикол. Короче, здесь написано. Выберите вафлю, выбираешь вафлю. То есть, понимаешь, вафля это как бы сладкое, да? Что-то такое, ну. Не обязательно. Вот смотри, что парни дали. Там у него вафля, а внутри мороженое посыпано шоколадное с стружкой. То есть вафля, мороженое, то есть смотри, вот, написано, грецкий орех, изюм, там, киндер, да, клубника, все в таком духе. И просто ветчина. Сыр. Ну, есть сытная вафля, наверное, есть. Вы там пробовали мороженое с ветчиной? Просто, знаешь, стаканчик такой вафельный специально для мороженого, и в нем просто ветчина вот так вот нарезана. Вафля не сладкая сама по себе. Ну да, ее надо... Шоколадная и ванильная, наверное. Шоколадная? Ну, классическая вафля. А почему? Она должна быть сладкой. Нет, не должна быть. Чего? Вспомни вафельные стаканчики с мороженого. Они сладкие никогда не были. Но, опять же, с другой стороны, в нее ветчину запихать, мне кажется, глупо. Это тот же хлеб просто сделан по-другому. Мы, короче, купили мохито, вот такую фигню. Она оказалась на редкость ужасной, просто вкус отвратительный. Пить вообще не хочется. Алена вообще вылить хочет, да? Короче, вместо спрайта закинули сюда минералку. Ненавижу минералку. Вот, и такое вообще безобразие. Такое чувство какое-то, знаешь, оно мерзкое в меру того, что оно должно быть полезным, но оно не полезное. Я просто ненавижу этот вкус, знаешь, такой... Похоже у минералки на соду, то ли на соль. Меня прям тошнит с ней. Ну да, вот есть такое. Ну-ка, давай я тебя попробую. У тебя там она голубенькая какая-то. Она просто слаще. Куда? Еще хуже, на, вообще, короче, давай меняться. У меня явно будет повкуснее. Чуть-чуть, но повкуснее. Никогда не берите... Мохито в фестивале. Оно не такое. Фу, у меня живот с него болит. Можно я его выкину? Ну, давай я выпью, я же этот. Ты не выпьешь. Я что? Аппарат по поглощению. Давай ты выпьешь половину, я просто перелью тебе остальное. И что это получится? Слушай, если синий смешать с желтым, что получится? Зеленый. Зеленый, классно. Дерьмо какое-то. Вот тут балеринки репетируют. Выступление самодеятельности. Че, Лёва, решил себе желудок посадить? Ну это же гадость, Лёва, ну это фу. Это просто фу. Это фу, реально, ребят. Руки обломать этому бармену и вылить в мохито, и пусть с минералкой смешает и пьет эту гадость. 119 рублей. 119 рублей. Жалко выкидывать, я буду пить до талого. Отвратитель. Я вас внимательно слушаю. Когда я был маленьким, у нас в городе очень популярно были две старушки. То есть... Есть такой, скажем, уровень популярности местный, где, допустим... В общем, эти две старушки, они везде светились. Они выступали на корпоративах, они выступали... Местные тамады, что ли? Типа, выступали, ну, в рекламных роликах. Я что-то даже не помню. Вот ты не помнишь, а я вот помню. И все, а потом эти старушки куда-то пропали. Возможно, время их прошло просто, и они сбавили обороты. Но факт в том, что они создавали в ангарске такой эффект популярности. Что популярности их, старушек? Их просто знали как, ну если вот идешь такой по улице и видишь такой старушек этих, и ты такой, ой, эти же те старушки. Вот. Сейчас в городе абсолютно никого такого нету, чтобы вот идешь и такой, о, смотри, это же тот-то. То есть даже вот меня вот, если встретят, допустим, да, узкий круг людей, которые знают меня через YouTube-канал, вот они так и отреагируют, то есть, о, смотри, это же Гранд Лион. Но чтобы тебя в городе чаще узнавали, это реально надо именно в городе крутиться. А в городе я не кручусь. То есть... А можно спокойно заказать такую, ну как, заняться пиаром, самопиаром. То есть покупать баннеры. Вот здесь вот рекламку.
вот здесь рекламку, да. То есть буквально сделать себе имя просто тем, что ты свое лицо везде засветишь, и люди тебя начнут узнавать. Но для этого надо снимать блоги, хорошие влоги, качественные, и радовать вас. Этим мы и будем заниматься, да? Да, и да. Позитивные. И позитивные. Не говорить, что город клака, говно. Вот у нас солнышко, смотри, сколько у нас народу. У нас вон мероприятие какое-то. Город... Детская самодеятельность. Город хороший. Знаешь, вот в чем прикол. Я говорю, да, что город Ангарск, он отсюда уезжать надо. С одной стороны, да, отсюда надо уезжать. Но, мне кажется, это выход самый простой. Есть выход посложнее. Можно сделать его таким, какой ты хочешь. Но представь, если ты сам свою жизнь делаешь такой, какой ты хочешь, а тут целый город, менять жизни людей, это гораздо все глобальнее. Я пробовал все время менять жизни людей через ангарскую муниципальность, грубо говоря, вот этот... музон такой. Через ангарскую администрацию, когда я работал в мэрии, там вот эта вся тема. Я ее не буду освещать, потому что там очень много грязи, которую я бы не хотел засорять вам мозги. Короче, это гиблое дело, и там дяди серьезные сидят, смысла в этом нет. Но его хотя бы можно преобразить. Хотя бы внешне. Хотя бы внешне. Заявить о себе. Да? Сделать как-то людей более счастливыми, что ли. Участвовать чаще в каких-то мероприятиях, создавать мероприятия. Но это если у тебя есть столько времени. Вполне себе реально. Вот город настолько маленький, что такие инициативы, они весьма реальны. Стоит только мозгами пораскинуть и быть чуть-чуть... Нужно быть больше позитивным, да. И добрее. И добрее. К городу. Город я люблю, администрацию нашу не люблю. Коррумпированная, мать, я не могу. Вон так какой везде. Классный дом построил. Красивый, да. Большой. Вот, когда построят какой-нибудь заводик, а? Под музыку. У нас есть магазины, у нас есть жилые помещения. А вон моя учительница по физкультуре. А вот и учительница по физкультуре. И все они уезжают из города. Почему? Потому что, мазафака, работать негде. Нету рабочих мест. Нету перспектив здесь. И это надо менять. Я, правда, не знаю, как я это буду менять, но, по крайней мере, я постараюсь бантик на упаковочку нацепить. Ну, давай. Не успел, немножко. Короче, ребят, мы сейчас перебрались к стадиону Анкара, и у нас здесь гораздо все живее. Вот, смотрите, прям вообще обалденно. Вон там большой экран. Ну и все. Там на сцене, типа, у нас выступают танцевальные коллективы. Здесь больше народу, чем на фестивале. Батл танца. Вам пора на сцену, ребят. На сцену пора. Пипец, вот я раньше не башню на самом деле. Да? Ты бы туда залез? Я раньше, вот лет 16-15, вообще бы спокойно просто взял вот так вот в фонтан залез, еще бы наверх полез. Я раньше пошел, допустим, в ЕКБ. Просто мог подпоцать. Вот представь, день, праздник какой-нибудь, да? Все люди гуляют и тому подобное. Я просто беру фонтан, я знаю. Потому что я хочу. Ну пошли хоть. Ну пошли. Да пошли. Вообще. Кол. И что мы потом будем мокрые? Я пошу. Паркур! Хорош! Лис оценил! Трейсер со стажем! Папа! Круто, блядь! Я такой старый, такой. Такой же прожженный, да, как батя! Ну давай, покажи мне сына! Опа! Ща как покажет! Ну не ебать! Он это, слушай, он так с такой легкостью это делает, что знаешь, как будто это пипец легко.
Ну чё, Ника, куда поехала? Ты чё нахрен? Ты куда едешь, слышь? Короче, ребят, у нас тут... Унитазы радостные. Вот так вот, чтобы видно было в перспективе. Смотри, он захлебнется сейчас, я его... Прости, ты так рад мне. Так рад, но я должен это сделать. Я должен смыть. Блядь, где еще ты видишь радостный унитаз? Где мы еще контент надо снимать? Все фанаты Ангарск, Blizzard, просто собрались здесь, чтобы... Привет. Вот самая боль, сейчас самую боль расскажу. Везде, кроме как в России, за покупку билетов на фильм дают игру Warcraft со всеми World of Warcraft, со всеми дополнениями до Легиона и месяцем подписки. Серьезно? Да. Везде, кроме в России. Вот это трэш. А что получается, кто у нас по Warcraft шарит? Отсас. Самый отец. Только ты, получается? Или остальные все? А что ты в него камнями кидаться? Ну это же не... Такой камень просто моментально сразу же. Ну это же не по... Не по канону. Мы купили сейчас билеты на фильм Blizzard. Первый фильм Blizzard'ов, да, получается? Blizzard Activision, да. Где мои кейсы? Где мои контейнеры на Overwatch за это? Я хочу контейнер. Я говорю, во всем мире за покупку билета на Warcraft дают World of Warcraft со всеми аддонами до Легиона. И месяц подписки. Кроме России. А я хочу контейнеры Overwatch. Потому что в России по-любому никто не играет, да? Да! Что ты максимально геймеризировался? Одно из самых крупных игровых сообществ. Кстати, это самое большое, одно из самых крупных в России. Спойлер. Лови спойлер. И тебе спойлер. Вышли недовольные зрители. Да, вот только что типа зрители с Варкрафта вышли, и прям вот очень недовольство чувствуется, они прям кричат так громко. Да. А типа что это было за... What the fuck? Сейчас мы походу тоже сейчас посмотрим и такие... У меня-то точно демон на душе. Я-то вообще готов скрестись. Смириться с тем, что это аватар. Представляешь, фильм нормальный будет? Реагирует, вот ты сидишь, и нет, фильм нормальный. Нет, на самом деле, понимаешь, вот я сейчас буду сидеть, я даже если для меня он будет, типа, плохим, потому что я, типа, знаю там историю, считаю ее, там, и так далее, и тому подобное. И когда все сейчас выйдем из кинотеатра, и все такие, охуенный фильм, охуенный, прикольно. Ну, все, кто не знает истории, и я такой... А представляешь, даже есть хоть 1%, что он тебе понравится, даже если не по канону, фильм же может быть хорошим. Нет, конечно, нет. Бывает, вот, допустим, «Гражданская война», она наполовину не по канону, и она мне понравилась. Нет, я говорю, ты DC или Marvel? Я... Marvel! Но мне футболка с Бэтменом, но я за «Железного человека», я не знаю. Я люблю богатых. Прикинь, да? Я люблю богатых. Отлично. Богатый нет костюм. На мне футболка с Человеком пауком. Так мы по расчету, что ли? Ну, а похуй, ты можешь? Это пойдем возьмем под ярко. А, я понимаю, что... Че, вы по расчету встречаете? Ну да, типа я ей комп купил, она со мной. Вот как сейчас вообще подключение купили, ну... Хочешь покорить девушку за дрот, купи ей комп, да? Да. Это знаешь, ты выходишь на улицу, у меня есть свободный комп, девушка, это, блин, вот так вот это ловится. Есть какая-то свободная касса. Да, свободный комп. А ты его еще на удочку повесь, да, из балкончика так. Понимаешь, есть вероятность, что там будет рыба, которую не поднимет просто. Я ни на что, конечно, не намекаю, думаю, все и так поняли. Я видал таких рыб. Это, знаешь, китовое плото, которое он... К сожалению, большинство немножечко... Превышает ваши ожидания, да? Превышает норму допустимую, да. Свободный комп. Значит, прокормиться можно, если что. В случае зомбоапокалипсиса. А представляешь, если она зомби встанет? Не, ну я... Не поешь уже точно. Но она застрянет, когда он проявит. Такое чувство. Кстати, а вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что в зомби-апокалипсисных фильмах никогда не показывали толстых зомби? Я почему я видел? А я не видел. Зомби по имени Шон. А, угарный. А, ну тогда ладно. AB объявляет глобальную распродажу мебели. А, да. Очень много не показали. Ну, я не знаком. Короче, первое мнение. Скомкано. Ну, очень скомкано. Прикинем, сколько надо. Человек знакомый с Warcraft, человек не знакомый с Warcraft. Человек не знакомый с Warcraft, очень понравилось, типично. Вот для фильма по игре круто, реально. Я тоже не знакома с Warcraft, мне было холодно и хотелось спать. Но вот тут мне понравилось. Мне за... Зазерот, короче, вообще. Нет, ну...
даже человеку, который знает полностью всю историю, тоже понравилось. Тоже понравилось. Ну, пошла, что... Ну, я что-то устал. Я реально, я что-то устал так смотреть, но было классно. Ну, ты говоришь, скомкано. Но на одном дыхании. Скомкано на одном дыхании, но я что-то устал. Мы, короче говоря, заканчиваем свой день тем, что мы не смогли попасть домой. После того, как закончился сеанс по Warcraft, мы вызвали такси, и оно нам не ехало. К нам вообще никто не приехал. Час назад вызвали такси, он так и не приехал к нам. Потому что день города. И... Всем нужно такси, в три такси звонили. Там три у нас такси, и никто не приехал. Это капец какой-то. Благо, мои родители живут недалеко. Правда, в принципе, это ничего не меняет, потому что их дома нет. А ключи у меня от дома родительского нет. Мы просто пришли, попали в подъезд и сидим сейчас под дверью. Капец. И не можем домой попасть. А на улице такая холодрыга, капец. И пешком идти это нереально. Там через лес, там сдохнем нафиг. Там через лес, там волки ходят. Сфотался со мной. Да ладно. Это подписчик у вас с тобой сфотался. Настя. Офигеть. Я думала, это письмо и это твой дедушка. Очень приятно было встретить подписчиков. Особенно очень приятно, когда вы подходите и просите послейфиться. Вас сейчас все пошли. Вот, такси приехал. Сейчас. Офигеть. Ну все, ребятки, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на каналчик. Всем удачки, всем партии. Главное, здесь спать не пришлось. Вполне могло такое быть.